Християнська церква «Двері у небо», яка є партнером служінь Кеннета Копленда, Джойс Майер та Ріка Реннера у місті Дніпропетровську, запрошує вас відвідати богослужіння, які проходять щонеділі. 11.00 – річковий вокзал, конференц-зал. Та 17.00 – КДЦ «Дніпропрес». А також дивіться авторську програму Юрія Коновалова «Останній час» в ніч з суботи на неділю о пів на першу на телеканалі ТЕТ «Дніпропетровськ». Інформація за телефоном 36 16 42. Я приветствую вас, драгоценные телезрители. Очень рад, что сегодня можем вам предложить прослушать эту проповедь. Это проповедь о том, ради чего, для чего и из-за чего Господь призывает верующего человека стать носителем Его Царства. Будьте предельно внимательны к слышанному Слову Божьему. И я уверен, что эта проповедь поможет вам измениться. Я вам буду читать, к сожалению, у нас нет современного перевода здесь на экране, поэтому давайте прочитаем вот такую вот историю, правдивую, конечно же. Иисус, исполненный Духа Святого и ведомый им, вернулся с берегов Иордана в пустыню и провел там 40 дней, искушаемый дьяволом. Все это время Иисус постился, и когда эти дни пришли к концу, Он был очень голоден. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели, чтобы этот камень превратился в хлеб». Иисус ответил: «Написано, не хлебом единым жив человек». Тогда дьявол показал Иисусу во мгновение времени все царства земные и сказал ему: «Я дарую тебе все эти царства с их властью и славой, ибо отданы они мне, и я могу даровать их, кому пожелаю. Если станешь поклоняться мне, все это будет твое». И ответил ему Иисус: «Написано, поклоняться будешь только Господу Богу твоему, и служить будешь только Ему». И повел тогда дьявол Иисуса в Иерусалим и поставил его на самой высокой башне храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, то прыгни отсюда вниз, ибо написано, Бог повелит своим ангелам охранять тебя, и еще на руках понесут тебя, чтобы нога твоя не коснулась камня». И ответил Иисус: «Но сказано также: не искушай Господа Бога твоего». И прекратил тогда дьявол искушать Иисуса и ушел прочь до более удобного случая. Иисус же возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа, и молва о нем прошла по всей стране. И стал он учить в синагогах, и все прославляли его. Друзья, кто однажды слышал или читал о этой, знаете, такой битве Иисуса и дьявола? Если да, скажите «аминь» или там что-то хлопните. Друзья, знаете, пост – это очень сложно на самом деле. Настоящий пост – это сложно, знаете. И на прошлой неделе я решил, у нас был в гостях Максим Максимов, здесь всех нас смешил, вдохновлял, мотивировал. И я сидел, я понимал, что нам нужен духовный прорыв для конференции. И я вот, сидя на первом ряду, думаю, возьму на 5 дней пост на воде. Знаете, вот иногда мы, верующие, можем такой брать, скажем так, просто немножко время для того, чтобы не кушать какие-то вещи, и мы это называем постом. И знаете, есть такое понятие, как сетование. Вот я никогда не понимал, что это значит. Это значит просто наесться чего-то легкого. Знаете, просто вместо мяса съесть в 3 раза больше йогурта, и ты как бы вроде бы сетуешь, и вроде бы постишься, но в то же время и так наелся просто других продуктов, что ну тебе и так нормально. Знаете, но другое дело просто быть на воде. Кто-то брал вообще пост на воде? Ну сколько дней? Отлично. А кто не брал? Поднимите руку. Ну честно. О, отлично. Попробуйте, друзья, так прикольно. Знаете, первый день был таким вот переломным. Мы вечером в воскресенье с пастором Максимом, нас пригласили на день рождения, там была такая вкусная еда, мясо, знаете, и мы так наелись, и ну, до 12 часов в понедельник я чувствовал себя абсолютно нормально, знаете, было так, ну, нормально. А потом вечером у нас были лидерские, уже было посложнее. Набилась шумная молодежь в наш офис молодежный, кондиционер шмалил, знаете, было душно, я просто понял, что уже тяжело. Я приехал домой, и
я в 9:30 просто упал, я вырубился. Знаете, не хочется сидеть до 2 часов ВКонтакте. Вот просто сил нет, ты ложишься спать, утром тебя будет. И пошел второй день. Знаете, потом начинает болеть голова, потому что надо пить воду и так далее. Не будем на это тратить время, вы знаете, многие. Вот. Но знаете, в среду вечером я принял решение, что мне нужно выйти из поста. Потому что если я не выйду из поста, тогда просто, ну, я не знаю, кто-то бы другой организовал конференцию, потому что в эти дни была очень серьезная подготовка, и мой мозг, он, знаете, перешел в такой режим такого экономического состояния. Знаете, он сразу мои 3% упали до 0,8, и я просто понял, что мне надо поесть. Знаете, но интересное состояние было. Знаете, абсолютно вот вся твоя жизнь, она меняется. Вот особенно на третий день твои привычные вещи, которые ты как бы делаешь, когда кушаешь, они вообще не имеют значения. Я старался в это время поститься, молиться, искать Бога. Знаете, и абсолютно вообще вот как бы никакого особого искушения не было. Знаете, иногда нам нужно там следить за глазами или просто, прилагать усилия, чтобы нас ничего как бы не искушало. Но в это время, знаете, ты как бы в таком состоянии находишься, уединение с Богом. Вот именно когда ты просто вот на воде, ты не пьешь кофе. Знаете, как сложно кофе не пить. И, знаете, такое уникальное время. И когда я просто читал это место из Писания, я прекрасно понимал Иисуса. Ну как, в смысле, я его, конечно, я не 40 дней был в посте, но чуть-чуть я понимал, как это быть без еды. И здесь написано, что Иисус на 40-й день, Он очень сильно был голодным. И вот в этот момент, когда у Иисуса настал вот этот вот пик, знаете, дьявол не пришел к Нему на первый день, не пришел на второй, на третий, Он пришел в самый тяжелый момент. Дьявол пришел в последний момент, и он начал искушать Иисуса 3 вещами. Знаете, Иисус был 100% Бог, но и 100% человек. И сегодня дьявол по отношению к нам использует также эти методы искушения, эти рычаги на жизни людей. Я хочу, чтобы вы записали, если вы ведете, первое искушение дьявола. Первое искушение, он хотел накормить Иисуса хлебом. Я записал, что это прообраз, да, то есть как аналогия, как прообраз. Вот накормить хлебом – это покушение на твое призвание и судьбу. 40 дней в посте – это прообраз того пути, который мы уже прошли. Знаете, дьявол особо следит за служителями, и он понимает, что люди, как бы, ну, пост – это как жизнь, как вот суммированные наши усилия, и он нам предлагает постоянно, знаете, вот просто сдаться. 40 дней – это как прообраз нашей жизни. Может быть, кто-то там 2 года в служении, вот именно прообраза жизни служителя. И дьявол пытается накормить нас хлебом. Просто сказать, да покушай ты, все нормально, да ну зачем тебе это нужно, вроде бы ничего не изменяется, просто желудок болит, просто голова болит, зачем это нужно? И знаете, я хочу вам показать сегодня первую картинку искушения едой. Искушение едой, дьявол предлагает нам вот этот вот заманчивый, вкусный такой большой бутерброд, и это как бы прообраз того, что может быть, у каждого есть как бы слабость в чем-то, и дьявол пытается вот первым искушением всегда абортировать наше призвание и нашу цель и мечту. Второе искушение. Дьявол искушал Иисуса богатством. Искушение богатством – это попытка заменить настоящее сокровище подделкой. Единственная причина, почему я выбираю Бога, с Ним намного лучше – написал Паша Диев у себя в статусе, и мне это очень понравилось. Дьявол пытался Иисусу предложить абсолютно все. Империи, славу, сокровища, не вопрос. То есть вы понимаете, да, если мы сегодня посмотрим на этот мир, то мы поймем, что
этот мир, он наполнен разной ерундой, которая блестит, которая привлекает внимание. И, знаете, дьявол пытался предоставить такую, как бы, подделку Иисусу. Зачем тебе бороться там? Вот, просто поклонись мне. И все люди, представьте, он думал, он, Иисус согласится, все люди, сразу вся слава, все звезды, все выдающиеся люди на то время будут Иисуса. И сегодня точно так. Знаете, иногда у нас происходит в жизни, когда мы служим Богу, и мы, может быть, не видим вот той вот роскоши, которая есть у людей, которые занимаются бизнесом, или у них большое наследство, или, ну вот просто, как бы, разными способами богатства, которое пришло в их жизнь. И мы, как служители, у нас всегда дилемма. Либо все-таки следовать за Богом, быть вот в пустыне, либо все-таки уйти за вот тем ярким и блестящим, что дьявол нам показывает. И, знаете, мы сегодня вот на этом примере мы просто разоблачаем дьявола, мы пытаемся выявить те искушения, которыми он продолжает нас атаковать, и не делать этого. Кто-то со мной сегодня может сказать аминь? Третье искушение дьявола – это попытка запутать человека в Библии. Смотрите, если в первых двух подходах к Иисусу дьявол говорил, ну, там написано, дьявол сказал, и он что-то предлагал. А Иисус, заметьте, в первый-второй раз отвечал, написано. Заметили, да, читали? А третий раз дьявол говорит, написано. Вы поняли? Он просто понял, что с Иисусом нужно, знаете, такой на языке юриспруденции разговаривать. Вот все, что написано. Он говорит, написано. Прыгни, ангелы понесут тебя. Вроде бы все по Писанию, знаете, иногда у нас, у верующих, у многих вот это вот третье искушение зашкаливает, и многие люди делают какие-то странные вещи, берут, вырывают что-то из Библии, не видя контекста всего, и делают непонятно что. Знаете, и это очень опасно, ереси это очень опасно. Знаете, я вот из всех трех искушений написал, как бы, что хотел сделать дьявол. Дьявол хотел накормить досыта Иисуса, потом предложить временное наслаждение и в итоге подтолкнуть Иисуса на самоубийство. Это то, что хотел сделать дьявол. Накормить Иисуса, дать ему богатство и в итоге, чтобы Иисус прыгнул. И как вы думаете, если бы Иисус прыгнул, его бы ангелы бы подхватили? Я думаю, нет. Я думаю, нет, потому что не искушая Бога своего, да, и если бы, ну, не дай Бог бы Иисус согласился бы, а ну, ты что думаешь, дьявол, мои ангелы не подхватят? Ну, смотри, раз, прыгнул. Сегодня дьявол хочет нам дать еду, чтобы, знаете, когда ты наешься днем, тебе уже не хочется работать, уже ничего не хочется делать, знаете, тебе хочется спать. Хочет дать тебе хорошую кровать, усыпить тебя под звук кондиционера, который вращается в твоей комнате, и потом, знаете, так плавно подвести к смерти. Это то, что хотел сделать дьявол с Иисусом и пытается сегодня сделать, к сожалению, с нами. Знаете, иногда вот третье искушение, я говорю, что люди иногда цитируют Библию, вообще не понимают, о чем они говорят. И смотрите, знаете, многие люди говорят, так написано же в Библии, пей, но не упивайся. Когда-то слышали такое, да? А там, посадил Иисус учеников на траву. То есть можно реально курить траву. Потом, да? Встретились они у колодца. Знаете, братья с репцентра. Так ну что, они встретились у колодца? Ну, ребята, вот и мы тоже встретились. Все по Писанию. Знаете, там или там двое на постели, один взят, один оставлен. Видите, можно с мужиками теперь. Ну, то есть дьявол умеет извращать. Знаете, вот, к сожалению, люди вот такие вот встречаются, их достаточно много, потому что, знаете, прошла вот волна 90-х, когда все каялись, что-то слышали краем уха, и сегодня просто сдались, просто начали жить, как им хочется. Знаете, но сегодня мы не можем жить, как нам хочется, потому что мы не дойдем к небесам. Это серьезный вообще момент святости, момент посвящения. Без этого мы не сможем дойти к нашей цели, к небесам. Аминь. Знаете, друзья, буквально уже буду заканчивать. Хочу еще сказать вам немножко о силе. То есть, заметьте, Иисус до пустыни, он был исполненный, вот давайте, как тут написано, давайте прочитаем,
Иисус исполненный был Духа Святого. Но после 40-дневного поста и после всех искушений дьявола, в которых Он одержал победу, знаете, что изменилось? Кто внимательным был? Иисус возвратился в Галилею, исполненный силы Святого Духа. Исполненный силы Святого Духа. Знаете, друзья, без силы мы ничего не можем. Без силы, физической силы, мы не сможем даже поднять микрофон, колонку, абсолютно ничего. Согласны со мной или нет? Сегодня, если мы хотим территорию перемен в нашей жизни, в наших городах, у нас должна быть сила. Да, мы исполнены Духа Святого. Да, Он сошел на нас. Но получить силу для того, чтобы изменять наши города, наши служения, молиться за наши церкви, нам нужна сила. Нам нужна сила Духа Святого. Знаете, мне нужны сейчас два парня. Друзья, хочу вам представить этих двух молодых парней с зоны спасения. Его зовут Леша. Сними пиджак. Сними, покажи. Леша занимается воркаутом. Он на турниках, там, знаете, на одной руке может час висеть. Обанкротил в городе все вот эти, вы знаете, на турнике висишь 2 минуты, 200 гривен дают. Реально бизнес закрылся, потому что он везде деньги собирает. Разденься, ну, сними пиджак, давайте. Давайте ему поаплодируем. Знаете, он влияет. Сейчас так модно, знаете, вот приглашает там разные звезды, там, бодибилдеров и так далее. И Леша там, ну, являет Иисуса Христа. И есть Дима. Дима увлекается квантовой физикой. Я шучу. Нет, Дима у нас гитарист. Гитарист, и, ну, тяжелее медиатора ничего не поднимает. Смотрите, и вот вам визуализация. Они оба исполнены Духом Святого. Аминь. Они верят, они верующие ребята. И сегодня, может быть, кто-то из нас, кто-то в этой категории, кто-то в этой категории. И смотрите, что происходит. Вот, к примеру, ты у нас верующий, смотивированный христианин. Я никогда не сдаюсь. Да, знаете, полностью. О, молодец, еще сразу помогает. Знаете, вот выучил паблик Паши Деева наизусть. Просто цитирует все картинки наизусть. Знаете, все просто смотивированы, ну просто, ну классно. Я сейчас абсолютно не хочу там бросить камень в сторону Паши, нет. Но он просто смотивированный. Наполненный Духом Святым, но у него нету силы. Да? Как у Димы. Ну, потому что Дима у нас сегодня вот в этой роли. Знаете, вернее, у него есть сила. Но вот у Димы нету силы. Но он тоже как бы смотивированный, он тоже, ну, все у него отлично. Но как вы думаете, да, вот если сейчас, ну, мы не будем этого делать, они сойдутся в армрестлинге, и мышцы Леши, а ну, покажи. Ну, я пощупаю. О, отлично. А ну ты свои. Окей. Ну, я думаю, что это логично и понятно, что Леша одержит победу. Да? Давайте им поаплодируем. Садитесь, друзья. Это понятно, что без силы он не сможет победить Лешу. Как бы Дима не был бы смотивирован, как бы он не верил в мечту, да, вот как Поветкин, он реально верил в то, что он сможет победить. Ну, правильно, он бы тогда не вышел, он в это искренне верил. Но у Кличко больше силы. Знаете, иногда мы не понимаем, почему не происходят вообще перемены у нас в церкви, в служении. Вроде бы Дух Святой с нами, а что же он нам не помогает? Он нас не слышит. Пойду в православную церковь. Знаете, друзья, ключ к переменам заключается в силе. В силе Духа Святого. Я говорю, в силе Духа Святого. Аллилуйя! И знаете, сейчас я хочу вам прочитать, откуда у Иисуса была сила. Вам интересно? Иисус однажды сказал: «Я же пользуюсь только силой, исходящей от Бога». Друзья, сегодня это ответ на вопрос, где же взять эту силу? Что, надо купить абонемент в спортзале?
надо устроиться на тренировку. Друзья, Иисус сказал, сила исходит от Бога. Посты, молитвы, проповеди, которые мы слушаем и которые откладываются, изучение Слова Божьего, библейские курсы, тогда у нас будет сила. Друзья, только представьте, сколько вот сегодня было поднятых рук, которые никогда не брали такой жесткий пост, как Иисус однажды. Знаете, у нас есть мой друг, брат Филипп Реннер, и он однажды взял на 40 дней пост, но он что-то ел. Но когда я его увидел через 40 дней, я испугался. Я за 3 дня похудел на 6 килограмм. Ну вот с учетом как бы нервов и подготовки конференции. Филипп, ну он просто на нем костюм висел. Знаете, я говорю, Филипп, что с тобой? Я думал, заболел человек. Он, знаете, что сказал? Я хочу больше славы Божьей. Просто реально маньяк. Говорит, я хочу славы Божьей. Да ты уже весь в славе. Знаете, когда Филипп ведет прославление, там все эти неверующие прокатчики падают без сознания, а он говорит, я хочу больше силы. Кто вообще слышал Филиппа песни? Филиппа Реннера, слышали? Пролей свой дождь на нас. Сильно, сильно помазано. Сколько бы раз не слушал, цепляет. Аминь. Друзья, как насчет того, чтобы иметь силу на каждом индивидуальном уровне? Аминь. Я хочу, чтобы мне сейчас подыграли. И я хочу, друзья, чтобы мы помолились. Там, где вы сидите, склоните вашу голову, закройте ваши глаза. Давайте мы сегодня попросим, чтобы Господь начал эти первые перемены в нашей жизни.
Мы подошли к самому ответственному моменту этой программы. Я хочу, чтобы те люди, которые еще никогда не призывали имя Господа в свою жизнь, могли повторить за мной слова этой простой молитвы покаяния. Склоните свое сердце, закройте свои глаза и прямо сейчас повторите за мной слова этой молитвы. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе таким, как я есть. Прости меня за мои грехи. Я виноват перед Тобою. Помилуй меня, Господи, и пусть с этого момента вся моя жизнь изменится. Я исповедую Тебя своим Спасителем и Богом всей моей жизни. Иисус, войди в мое сердце, стань Богом моей судьбы. Отныне и вовеки я Твой, а Ты мой Господь. Друзья, если вы совершили эту молитву, Бог обещал, что Он войдет в вашу жизнь. После того, как вы призвали Его имя, ваша жизнь станет совершенно другой. Делайте необходимые вещи. Начните читать Слово Божье. Начните молиться своими словами к Богу, и Он будет слышать вас после этой молитвы покаяния. И найдите себе поместную церковь. Это место, где вам помогут состояться, поддержат ваши руки и дадут вам правильные направления в последующих шагах жизни. И, конечно же, смотрите нашу программу «Последнее время». Да благословит вас Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Християнська церква «Двері у небо», яка є партнером служінь Кеннета Копленда, Джойс Майер та Ріка Реннера у місті Дніпропетровську, запрошую вас відвідати богослужіння, які проходять щонеділі. 11:00 – річковий вокзал, конференц-зал. Та 17:00 – КДЦ «Дніпропрес». А також дивіться авторську програму Юрія Коновалова «Останній час» в ніч з суботи на неділю о пів на першу на телеканалі ТЕТ Дніпропетровськ. Інформація за телефоном 36 16 42.